Очередной выпуск про квартирки, найденные на Airbnb. Мы сейчас в Катманду и нашли офигенную квартиру, такая в традиционном неварском стиле, со всякими деревянными лизными штуками, вот, на жилом районе, недалеко от Тамеля. Сейчас покажу квартиру. Такие вот окошки. Традиционная, там кипит жизнь на улице, собственно, вот так вот снаружи выглядит наш балкончик. Сама квартирка — это студия, спальная зона, отгороженная шторками, такие вот реальные резные колонны. Тут очень миленько они сделали нам уголок для чая. Так, и вот общая зона. Вентилятор есть, жалюзи, куча всяких шкафчиков, стол, вот эта огромная такая лавочка для вечеринок. И, собственно, ванная и туалет. Тоже довольно круто все выглядит. Вот такое аутентичная, не очень современная, но прикольная. Вот, нашли мы, как обычно, ее через Airbnb. Все. Ссылочка под видео, ребята.